Вопрос. Константин Натанович, вы видели последнее фото Навального из тюрьмы? Он вызывает сочувствие. Дорогие мои, вы имеете дело с наперсточниками, которые умеют воздействовать на психику, на сознание людей. Одновременно Навальный предлагает обсуждать яхту Шахерезада Владимира Путина одновременно с насилием и убийством детей, женщин российскими орками в Украине. Если вам нравится верить наперсточникам, ну, запасайтесь деньгами и отдавайте их им.